Я взяла с собой глину. Это крымская. Такая вот красавица у меня есть. Я ей уже хрустела. И, кстати, она многим полюбилась по звуку. Хотела быстро сказать название. Это молочный лед. Молочный лед. Пожалуй, начнем. Не так-то просто. На мотылек она нет, не похожа. У мотылька более подвальный вкус. Здесь такая сливочная солинка, прям кайф. И мотылек он помягче, по структуре другая. Чуть-чуть поскрипывает, но незначительно, совсем немножко. Неудобно немножко кусочек кусать его. Нам было расколоть его. Блин, скажем, укусом думаю, лишь бы не сломать зуб, лишь бы не сломать зуб.
Не буду ломать себе зубы. Надо расколоть ее. Шайба. Давайте съедим какую-нибудь печеньку. Шайбу. Такую вот розовую. Печенька. Вот, называется прополис. Правда, очень интересная. Она такая твердая, шершавенькая немножко. Но вкус мне очень-очень не понравился. Вот паста вообще обалденная из него. Где-то есть ролик, где я прям глыбу с ней кушаю. Жую. Вот. Прополис. Да нет, пусть уже прополис.